Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором как только что-то в игре появляется, вы сразу можете смотреть обзор на это, именно на этом канале. Поэтому, друзья, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, потому что на канале выходят видео с бонус-кодами, которые имеют возможность устаревать, ну и, соответственно, их необходимо максимально быстро вводить, а так вы получите соответствующие уведомления. Итак, друзья, объект 590 им завезли в розыгрыш, есть рулеточка, которая наполнена довольно неплохо, здесь есть контейнеры с их все, один контейнер сюрприз, который я не сильно люблю, есть контейнеры на советскую технику и есть еще контейнеры мега, что позволит вам получить, возможно, что-нибудь в прибавку, кроме главной награды. Главная награда — объект 590, и, честно говоря, данная машина на тесте мне очень сильно понравилась. Почему? Потому что она не выпячивается вперед какими-то отдельными показателями, а просто неплохо сбалансирована. 8 секунд время перезарядки. Почему говорю так? Потому что этот показатель можно оборудовать улучшить. Соответственно, улучшаете себе ДПМ, и ДПМ будет более 2000. При этом у вас есть средний урон в 280 единиц и 182 единицы по пробитию. И здесь придется определяться, что вам все-таки важнее. Пробитие улучшить и поставить себе калиброванные снаряды, или все-таки поставить себе досылатель и улучшить время перезарядки. Поставите себе как вам комфортно и никого не слушайте. Принимайте решение самостоятельно. Время сведения не сильно приятное. 5,5 секунд тоже улучшается благодаря оборудование в двух слотах, но при этом идеальным не становится. Хотя в целом машина играется довольно неплохо, и я получал удовольствие от игры на данной машине, именно поэтому хочу покрутить рулетку до тех пор, пока объекта себе не заберу. Данной машины на основном аккаунте у меня нет, и это моя возможность заполучить тачку, которой не хватает в коллекцию. В отношении стоимости рулетки. Стоит отметить, что данная рулеточка в целом, можно сказать, не сильно дорогая. 18 тысяч за 18 прокрутов. Если заберете машину до 16 прокрута включительно, то заберете ее за 13 275, плюс какие-то дополнительные плюшки получите. В отношении внешнего вида, который положили, это обычный камуфляж, который не имеет абсолютно никакого отношения к данной машине и не является ее легендарным внешним видом. Поэтому говорить о том, что на предпоследний прокрут упадет внешний вид, ну а соответственно сама главная награда на последний, не приходится. Хотя в отношении того, что танк будет на последнем прокруте, ну, говорит как минимум процент выпадения в 0,15%. Как видите, самый низкий процент по выпадению и существенно отрывается от таких показателей, как 1% с копейками на контейнер сюрприз и на анимированный аватар. Ну, а точнее, вот эти вот держи краба, которые, мне кажется, мало кому интересны. Напишите, кому нравится данный аватарчик, будет интересно почитать, есть ли такие зрители. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Первые 100 голды. Не рассчитываю на что-то крутое за первые 5-7 прокрутов точно. Скорее всего, это будет серебро, свободный опыт, как вы видите. Ну и всякая подобная дребедень, которую, как правило, нам ложат в рулеточки. В отношении объекта, пока прокручиваю рулеточку, могу сказать следующее. Как я уже сказал, на тесте машина меня действительно впечатлила. Впечатлила тем, что на ней комфортно, приятно играть. Это просто неплохо сбалансированная машина. И среди средних танков Советского Союза на 8 уровне, я бы сказал, что это один из самых приятных танков в отношении игры. Мне нравится играть на СТБ. Да, вот такой вот я интересный чувак, и меня, в принципе, устраивает и заднее расположение башни, и очень радует время сведения, но при этом всем время перезарядки меня крайне сильно смущает, а здесь все-таки есть возможность играть на неплохом сбалансированном орудии. По броне машина, я бы не сказал, что является какой-то мега крутой, хотя для среднего танка в целом довольно неплохо, и я бы сказал, достаточно. В отношении угла склонения орудия крайне приятный угол, минус 8, который действительно позволяет неплохо отыгрывать на всякого рода неровности, но в то же время не обязательно играть от башни. Башню, кстати, пробивают, ребят, поэтому не думайте, что там прям брони насыпано. Ключик от запертого контейнера и 250 голды. Нормально, я считаю, что неплохо, ключи я собираю, хочу насобирать 30 ключиков для того, чтобы когда появятся контейнеры с какой-нибудь тачкой, которой у меня в коллекции нет, я гарантом ее забрал с 30 ключей однозначно. 2000 свободного опыта, 450 голдовых.
пока в целом идет все неплохо. За недорогие прокруты я получил себе дополнительных ништячков и забираю самые дешманские награды, а значит сердечко не сильно будет ёкать, когда эти дешевые награды буду забирать где-то там по 1000 голды за прокрут. Талисман. По талисманам 23-30, значит рано или поздно соберу себе все-таки еще и советскую машину, хотя если я правильно помню, то все советские танки, которые есть по этому талисману, у меня в коллекции присутствуют. Соответственно, получу компенсацию голдой, ну и со временем немножко окуплюсь. 50 тысяч серебра, блин, ну это очень грустно. Не совсем понимаю разработчиков, почему так мало серебра ложится в рулетки. Как мне кажется, можно положить туда побольше серебрухи, особенно с учетом того, что разработчики дают возможность серебро и так фармить на всякого рода коллекционных и премиумных машинах, причем зарабатывать это серебро довольно неплохо. Вполне спокойно за один там игровой день в несколько часов можно вполне спокойно вывести себе лям серебра в копилку, и это не является сложностью, особенно если играешь на каких-нибудь фармящих тачках. Так, забираем серебро, осталось еще серебрушка, аватар, на который сделали почему-то очень низкий процент по выпадению, хотя я не считаю, что это действительно какая-то стоящая награда. Иксы. Этих иксов, мама моя дорогая. Хотя, если прокачивать какую-то ветку, то неплохо помогает. Ну давай серебро еще раз мне. Вот, пожалуйста. Забираем 50 тысяч серебром. 1250. 1250, блин, уже не дешево. Уже не дешево. И за 1250 получаю себе 10 иксов X5. 1450. Но вот все-таки интересно, будет объект 590 до окончания рулетки или все равно получу его на последнем прокруте. Контейнер-сюрприз. Не люблю данные контейнеры, потому что это контейнер с контейнерами, из которых, возможно, выпадет танк, еще и под вопросом тот ли, который тебя интересует. Ну, вот, допустим, Бизон ТЦ-45 у меня присутствует в ангаре, как и большинство из этих машин. Ладно, открываем. Открываем контейнер. Но на кого теперь будем открывать конт? Контейнер Калибан. Во, ребята, вот это уже интересно. Калибана у меня в коллекции нет. И какой процент по Калибану здесь в контейнере? Целых 5%. Прям как в песочных контейнерах. Только там песок, а здесь Калибан. Ну, родимая, ну не подкачай. Дай мне Калибана сейчас, пожалуйста. Дай Калибана. 1500 голды. Ну, хорошо, нет Калибана, зато полторушка золотом назад вернулась. И это существенная, существенная цифра для окупа данной рулеточки. В любом случае уже будет на приблизительно 2000, да, или сколько там голды мне повыпадало. Математику не подбивал. Но к 2000 точно приближаюсь. Мега-контейнер. Но, давай, ты же мега все-таки. 250 золота, талисман голдишки и проводник душ. Один из, как мне кажется, самых красивых обвесов. Вот этому обвесику действительно рад. На какую-нибудь приятную тачку, на которой часто гоняю, поставлю и буду радоваться красивой визуализации. Аватар. Аватар, кто бы сомневался. Ну, давайте посмотрим ради интереса. Осталось 3 прокрута. 3 прокрута самых дорогих. 2500, 2725 и 2. Здесь у нас шанс выпадения 3,6, советский контейнер целых 56% и 40% на камуфляж. Камуфляж вообще не нужен, вообще не нужен, не давайте мне его, я вас очень сильно прошу. С высокой долей вероятности должны быть сейчас контейнеры, но нет, игра сейчас дает мне то, что мне в принципе не надо было. 2725 голды, очень дорого покупаю 2 контейнера, прям вообще дорого. Открываем первый советский конт. Дай тачку, чтобы компенсацию получить. Дай танк. Дай, пожалуйста. Сделай мне объекта максимально дешевым. Нет, ребят, ничего не будет. Забираю талисманы, еще 25 штук надо для того, чтобы гарантом забрать себе машину. Ну и все, ребят, на последнем прокруте забираю объекта 590-го. Не могу сказать, что я не был к этому готов. Знал, что именно на последнем прокруте объект 590-й мне выпадет. Ну как получилось, так получилось. В конце концов, ребят, вы на канале абсолютно честных обзоров на все, что в игре происходит. И если вы хотите видеть реальные шансы на получение чего-либо из рулетки, смотрите обзоры на этом канале, здесь вас никто никогда не обманет. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.